Всем привет, дорогие друзья! У нас второй бой полуфинала и встречается Джокер Рафаэлла на вампире и Найс на лучнице. Вот это будет интересный бой, я считаю, потому что оба игрока довольно активные, довольно агрессивная у них игра. Вампир у нас генерал и лучница у нас полковник. Еще раз покажу билд вампира. Он разумно силовой. И лук силовой проворный, конечно же, но без бессмертия. Бессмертия у него нет. Зато есть микростан. Ну, сейчас вампир, конечно же, отдает флаг, потому что он мало чего может сделать лучнице. Посмотрим, что произойдет. Будет ли вампир выкачиваться до ульты, прежде чем делать какие-то активные действия. Есть таланты у него, вот грань шансов, стойкий шанс, который восстанавливает и снимает негативные эффекты при малом количестве хп. Будет ли он учить эти таланты? Посмотрим. Пишет, что Аму переодел в разум. Этот опыт. Так, ну что, пока вампир ждет своего апорощерка, ему приходится торчать под башней. А амазонка потихонечку его настреливает. Как вы помните, у амазонки нету дыхания жизни. Хотя сейчас, возможно, ей бы оно очень не помешало. Вампир терпит. Так, амазонка пошла, видимо, на глиф. На нижний. С мощью приходит. Просто бьет вампира. Нет. Баночка использована и у того, и у другого. Оба отправляются на верхний глиф, а там инвиз. Там инвиз. И идет пак крипов еще в сторону амазонки. И вампир взял уже апрощерка. И вот сейчас, пока амазонка будет убегать, он ее ослепил еще. Вы смотрите, что происходит. Пак крипов мог сыграть очень злую шутку с амазонкой, которая могла просто слиться на самом деле. И вот сейчас с таким количеством хп ей очень опасно стоять против вампира, потому что росчерки у него достаточно болючие. И вот сейчас может быть килл на самом деле. Амазонка, ты зря это делаешь. Один росчерк, и ты труп. Оба соперника. Нет, смотрите, амазонка остается. Удивительно. Не отходит. Вот как вот это называется? Это такая уверенность в себе на фулового вампира нападать с маленьким количеством хп. Нет, ну, наверное, надо отойти все-таки.
Нет, не отходила амазонка. Ой-ой-ой. Это будет килл. Вот сейчас, если она чуть ближе подойдет, будет росчерк и просто килл. Вообще без шансов. Вот это рисковый парень. Вот это. Слушайте, стоит и действительно не уходит на отхил. Обалдеть. Вот это интересно, ребята. Вот это интересно. Я такого не видел. Что-то у него там, видимо, в кармане припасено у Найса. Нет, все-таки он пошел. Наконец-то на отхил понял, что иначе бесполезно. Иначе он будет терять крипов, а ему надо как-то фармиться тоже. А вот теперь в обратную сторону все. Но у вампира, скорее всего... Нет, нету еще 9 уровня нету. Но сейчас будет 9 уровень. Может быть, он специально копит прайм. И не учит ульту. Специально показывает, что, мол, я 8-й, нападай на меня. И как только амазонка окажется в зоне ульты, он выучит этот 9 уровень и использует свое. Так, так, что? Снежком откидывается вампир. Амазонка уходит на глиф. Смотрите, он, видимо, он копит. Мне кажется, давным-давно уже у него хватило бы прайма. Потому что амазонка 9, снова она с мощью приходит. Да, у него есть прайм на ульту. В луже стоит вампир, прячется. От амазонки бегут крипы снова. Вот, 9 уровень, сейчас будет ульта. Да, он пьет лучницу и все, это без шансов. В данной ситуации, я имею в виду, это без шансов. 1-0 в пользу вампира. Уже 4800, 3400 в пользу вампира. Обновление. Вот сейчас вот росчерками просто он зачикает амазонку. Ну просто слишком в открытую, на самом деле, смело. Вот он, амазонка шла на вампира, зная, что у того ульта, это стан стопроцентный. Плюс после этого стана пойдет еще росчерк и автоатака. Начинает мариновать крипов. Мне кажется, в данной ситуации, на самом деле, луку опускать руки не стоит. Смотрите, прям под башню лужа и... Ой-ой-ой-ой-ой. 2-0. Нет, видимо... Читер, пишет амазонка, но это не чит. Слишком близко, на самом деле, он подошел к вампиру, когда на нем висела розочка. Вот вампир уже отхилялся. Он ждет его уже в луже. А, видимо, нам предстоит в финале увидеть вампира против Мойры. Имба против Имбы. Как некоторые называют этих персонажей. Ребята еще успевают общаться
чатике. Что-то у Амазонки пропало желание, видимо, нападать. Вы помните, как он играл в предыдущих боях. Просто рвал и метал всех своих соперников. Но вот сейчас вампир сорвал с него эту привычку. Просто идет под вторую башню уже. Загоняя Амазонку все глубже и глубже в сторону своей базы. И сейчас, возможно, будет второй килл. Ой, третий уже килл, простите. Амазонка. Нет, нет, тут... Отпрыгнул, отпрыгнул. Прям игра такая. Догоню, поймаю, съем. Догоню, поймаю, выпью. Да, Амазоночка, не матерись, пожалуйста. Амазонка пишет, что это нечестный бой. Ну, я так не считаю. Это уже не первый бой, а это полуфинал все-таки. И кто прошел сюда, тот и прошел. Также могло, например, и мечу не повезти, который бы прошел сюда и попал на кого-нибудь там, типа Мойры. Идет 13-я минута, 9600-4900 в пользу вампира. Он уже ломает вторую башню. Амазонка уже, по-моему, все попытки противостоять. Я все понимаю прекрасно. Это уже не бой идет, какой-то просто переписка. Амазонка не хочет идти в бой. А, ну хорошо, играет это. А то как-то там до конца. То все-таки неинтересно будет смотреть подписчикам. Ну, сейчас вампиру логично пушить лайн, чтобы все крипы добегали до башни. И уже под крипами ломать эти башни. Ух, сейчас будет забор Амазонки прямо под башней, под крипами. Да. 3-0.
почти в два раза перекач. Да, вампир уже на хп себе талантов набрал, на силу и на разум. А у мазоночки пока... Вот был бы у нее микростан... Докачалась бы она до микростана, вот тут бы было бы гораздо интересней. Но вампир просто не даст такой возможности, а амазонки просто ее уже загоняет под двойные башни. Снова тпшится амазонка. И сейчас, скорее всего, будет следующий килл. Ой-ой-ой, прям лужа. Лужа убила амазонку. Четыре-ноль. 20-й против 12-й. Ну да, да, да. Все, вопрос только времени. Даст ли еще разок амазонка себя убить. О, вампир берет мощь. Сколько уже росчерк наносит. 600 с лишним урона. Ну вот, амазонка, будет тебе уроком, так сказать. Вообще, на самом деле, все, кто здесь встретились в дуэли, для ребят, для многих, ну, полезные бои произошли. Против тех, против кого они не стояли никогда. Вампир просто уже танчит башню. Мастерский штурм. Амазонка где-то глубоко-глубоко у себя на базе. А, нет, вот она стоит. И спряталась в зуме. Ой-ой-ой, прервал ульту, вы видели это? Успел зайти в зуму и прервал ульту. Интересно. А теперь все дело в реакции. Смотрите, кто... кто успеет. А, розочки попал, еще один росчерк и... Надо успеть, надо... Нет, не успел. Ай-яй-яй. Еще один. Ну. Тут развлекунчик. Ну. Да, забрал. Да, спасибо ребятам за бой. Это 5-0. Победа вампира, и в финале мы увидим последний бой. Это будет Мойра против вампира. Спасибо, что смотрели. До новых боев. Всем пока.